Всем привет, друзья! Сегодня будет тот долгожданный момент. Я сейчас иду. Друзья, всем привет еще раз. Провел сейчас прямой эфир. Вот, к сожалению, почему-то не удалось его сохранить. Вы не переживайте, я обязательно повтором через какое-то время проведу еще раз прямой эфир. Еще раз все расскажу. Потому что почему-то, честно говоря, не знаю, почему не удалось сохранить. Папа. Утренняя пробежка очень полезная штука. Правда, блин, снег метет, бегать, блин, ух, куда быстрее давай, но... В общем, занимайтесь, друзья, спортом. Там показывать будешь? Так, первое там, это коробочка и мой новый блокнот. А блокнот за что? За отжимания. А ты выиграл на отжиманиях? Да. А кто тебя учил отжиматься? Папа. Так, мелки. Не настоящие денежки. Лего. Тут его много. Игрушка вот такая. Еще вот игрушка. Ладно, утром будем отжиматься опять? Да. И фломастеры. А папу щечку ногам... Так, опять такая игрушка. Вот так вот. Лего, фломастеры и карандаш. И все. Стеснюлька, снимай ручки, давай скажем. Дяде Олегу привет, привет большой дяде Олегу. Друзья, хочу еще раз отметить замечательного человека Олега Астахова. Я вчера пост о нем выложил, вот, но он ввиду своей скромности, ну, немножко заскромничал, и я тебя, братец, все равно еще даже здесь отмечу. Друзья, это невероятный человек, он, несмотря на то, что в инвалидном кресле, вот, меня просто настолько мотивирует этот человек. Он пишет рассказы. Я очень хочу, чтобы вы посмотрели. Я сейчас отмечу его здесь. Зайдите обязательно, класните на любую, то есть на любой рассказ и почитайте. Блин, ну надо уметь так подниматься. Братан, слава ВДВ. Всем привет, друзья. Я хочу выразить вам всем благодарность, сказать вам большое спасибо за теплые слова, за вашу поддержку, за ваши добрые комментарии, за вашу доброту. Вот. Мне очень многие из вас пишут в поддержке, предлагают мне помощь. Вот. Я в связи с этим очень бы хотел бы отметить некоторых людей, ну, то есть я периодически сегодня буду некоторых людей отмечать, потому что я уже отметил Олега.
Олега Астахова, который меня очень сильно поддержал. Вот. Ну и думаю, что некоторые мои рекомендации вам многим обязательно пригодятся. Многие из вас, услышав и увидев мою историю, стали предлагать мне помощь. За это вам огромное спасибо. Вот, помощь финансовую, помощь в работе, в заработке денег. И я хотел бы отметить многих людей, как бы вот, начну с Виктории. Вик, спасибо тебе большое за предложенную помощь, за предложенный вид заработка. Я тебя, если ты не против, отмечу снизу. Вот, друзья, отмечаю ее. Переходите, посмотрите. Я уверен, многим из вас понравится эта идея. Многие из вас, я думаю, смогут себя реализовать в этой области. Друзья, хочу предупредить всех и о том, что мошенники никуда не девались, их никто не отменял до сих пор. Вот. Сейчас наткнулся на то, что, помните Егора Халявина, бывшего участника «Дома-2»? Ну, коллегу моего по телестройке. Вот. А с его аккаунта продают всякую чушь, там телефоны, какую-то еще ерунду. В общем, выяснилось, что его аккаунт взломали. Поэтому, пожалуйста, не ведитесь на его старом аккаунте, на всякие схемы, покупки и так далее. Я сейчас отмечу его новый аккаунт снизу, вот, чтобы вы знали, какая реальная страница Егора Халявина. Буду отвечать на вопросы. Я просто, у меня удалился WhatsApp, и у меня почему-то он не устанавливается. Вот. Я кое-кому хотел отправить песню, и, короче, надеюсь, что она услышит. Я поэтому не обращайте внимания. Казалось бы, ну что скучать, всего 7 дней разлуки. А вот скучается, хоть волком вой. Посуды, кухонная гора, все не доходят руки. И опять забыл полить столешник твой. Друзья зовут, давай махнем на шашлыки на дачу. А я не еду, мне милей свой сплин. В привычной мизансцене дней все выглядит иначе. Когда невольно поживешь один, я скучаю по тебе, как апостол по святым мукам. Я скучаю по тебе. Вот какая штука. Казалось бы, на что скучать, считается полезно. Неделю друг от друга отдохнуть. Я все пробую начать жить логикой железной, но в логику любовь никак не запихнуть. И наш обыденный уклад, сложившийся годами, где суета-сует владеет всем, мешает нам расслышать крик седого мироздания, что мы живем не так и не затем. Я скучаю по тебе, как пустыня по снегам белым. Я скучаю по тебе, что уж тут поделать. Казалось бы, ну что скучать, всего неделя, и все вернется на круги своя. Домашние дела, друзья, работа на пределе, а в общем жизнь вполне обыкновенная. И лишь заметив первый снег над хмурою столицей и у ларьков замерзшие цветы, я вспоминаю, как недолог миг, что он не повторится, и что всего прекраснее в нем ты. Я скучаю по тебе, как подранок по своей стае. Я скучаю по тебе. Вот ведь как бывает. Я надеюсь, адресату дойдет песенка моя. Не могу я скачать сейчас WhatsApp, попозже скачаю и напишу, позвоню тебе. Я здесь. Так, а там можно переключаться на меня? А, я тебе показываю. Нет, наоборот, чтобы... Ну, конечно. Тебе переключить? Да, переключить. Ага. Да, друзья, всем еще раз привет. Я вернулся.
Привет, мои друзья. И Астрахани привет. Спасибо, спасибо.